Чи усі методи формування своєї успішності ви використали? І чи знаєте ви, що є такі, які можуть дістати з вас те, чого ви навіть не очікували? Саме цей метод, про який ми будемо говорити сьогодні, метод NLP. Не так його називають, чи можна сказати, що NLP – нейролінгвістичне програмування. І якраз він дозволяє розвивати особистість у найшвидший термін. Як це працює, будемо дізнаватись від гостя, який прийшов до нашої студії, це Максим Шумаков, президент Української асоціації НЛП. Ви знаєте все, бо ви працюєте саме з цим методом, ви знаєте, як його розробляли і теж брали участь у багатьох розробках. Тож, з приводу такого методу, розкажіть, будь ласка, що це таке і як же воно працює? Як люди можуть знайти в собі якісь незвичні ресурси і їх проявити в своєму житті? НЛП это наука, уже, наверное, наука, которая занимается в области, ближе к психологии, исследованием поведения человеческого и превращает человеческие таланты в рецепты. Вот, чтобы приготовить пирог, есть рецепт раза 3-4-5. Чтобы быть талантливым в чем-то, получить какой-то результат, тоже есть рецепт раза 3-4-5, такие же. Сложность самого НЛП в том, что нам приходится лезть в голову человека, заниматься его когнитивными процессами, там, обычным поведением, то есть внешним и так далее. То есть там есть много сложностей, но в НЛП нет, по сути, ничего своего. Ну, кроме методологии и терминологии, ничего своего, потому что мы, по сути, собираем со всех людей успешный опыт. Чтобы люди не умели делать, там, музыку писать, любые таланты совершенно, мы это можем смоделировать, превратить в рецепт и научить любого человека. Ну, навіть, практически любого. А будь-яку, навіть якщо людина не знала, що в нього є такі дані, то ви можете їх витягнути? Ну, якщо человек глухой, в принципі, ми його не можемо навчити писати музику, або якщо це мужчина, ми не завжди можемо навчити його женським стратегіям. Да, наприклад, там, безболезненно рожати, наприклад. Ну, тому що він, в принципі, не може. А в основному майже все переноситься. Тобто працювати можна з усім. Ми, можливо, незвідано розуміємо, що там може бути. Так? Тобто ми не все ще розібрали. І справді людина, кажуть, і особливо її мозок, і все решта. Розібрали достатньо багато всього. Не все відкрито поширюється, так сказати. Не всем люди интересуются, ну, собственно, достаточно узкое направление. Обычно про НЛП знают, что это манипуляции. Логично, потому что манипуляция, гипноз, воздействие – это первое, с чего началось. То есть это манипуляции, это какие-то страшные вещи, связанные с психологией, это психотерапия, потому что сначала моделировали психотерапевтов. Да, это то, что ближайшее было к психологии. Потом моделировали богатых людей, то есть как деньги зарабатывать. Как только НЛП стало про деньги, там маркетинг, политика особенно. Почали цікавитись більше. Оно стало закрываться. И наиболее вкусные и интересные модели, они просто, о них ничего не известно, потому что они закрыты. То есть их можно получить от человека к человеку, от специалиста к специалисту, но очень сложно прочитать в книгах. В книгах нельзя это описать достаточно подробно. Потому что у человека должны быть базовые навыки для того, чтобы им пользоваться. А взагалі, кажуть, користуватися не бажано, тому що це такий метод, який буде працювати лише в руках професіонала. Можна нашкодити. Це правда? Если модель сложная и опасная, ну, в том числе и опасная, тогда да. Есть простые модели, например, те же манипуляции. Ими очень вкусно, интересно и приятно пользоваться. Человек неопытный, скажем так, с психологическими проблемами, он не будет этим заниматься аккуратно, он будет, например, мстить окружающим. Это вредно и для него, и для окружающих. Поэтому да, НЛП в этом смысле опасно. Ну, как лопата тоже опасна, и лопатой можно и по голове ударить, как бы, и цветок посадить, все что угодно можно сделать. Просто методы НЛП, даже не методы, модели НЛП, они настолько точно работающие, что они гарантированно дают результат. Потому что мы из них выбрасываем все лишнее, проверяем в разных ситуациях, как оно срабатывает. То есть оно не может не сработать, если сделать правильно. И человек добирается, может быть, не сильно счастливый, может быть, не сильно умный, в том числе, добирается какой-то хорошей, качественной модели и начинает ее везде, где надо и надо использовать. Да, из этого могут быть проблемы. Ну и справді, людина себе тут таким чином теж може нашкодити. Але ж ви, мабуть, її коректуєте, так? Ну, мы, когда человека учим, мы его сначала, да, лечим, корректируем. Но если человек доберется сам,
Если человек просто почитает книжку по психологии, этого будет достаточно, чтобы у окружающих были проблемы. У него в том числе. Если он почитает справочник по медицине, справочник по болезням, он себя то все диагностирует. То есть, в принципе, если человек не очень грамотный, если еще со времен школы, ему опасно давать какую-то такую рабочую информацию. Если человеку дать паяльник и что-нибудь, какую-нибудь технику, он тоже ее испортит поначалу. Так що там... Ну так, якщо так вже дуже просто розібратись, то, звісно, хочете ви дізнатись, то треба професійно, грамотно підходити до будь-якої справи. НЛП в тому числі також, звичайно. З якими запитами приходять до вас люди, аби ви змогли використати саме цю техніку? Чи завжди ви її використовуєте? Ну, конкретно к нам, взагалі прийти можна чим угодно, адже ми займаємося несколькими спеціалізованими направленнями, от там люди приходять за целью. А обычно люди приходят пролечить мозги, ну, то есть привести в чувство, стать счастливым, богатым, успешным, помирить себя в отношениях, деньги, чтобы были, чтобы везло, там удача. Еще, какая-то. Это выходит? Да, конечно, есть про это модели. Тогда мы ставим голову на место, убеждения, там мы работаем с ними, и, в принципе, все получается. Такие вот за властью некоторые приходят, за, чтобы там отстали от него все. То есть обычные психологические проблемы, чаще всего за этим. Иногда приходят для работы, чтобы окружающие слушали, чтобы работали лучше, чтобы текучка была. У меня такие чисто бизнес-цели. І навіть це вирішує ось нейролінгвістичне програмування, так? Тобто ви, виходить, перепрограмовуєте людину, так можна сказати? Ми либо його перепрограмуємо, либо ми учимо його програмувати, ну, чаще всього учимо програмувати окружаючих. Причем можно программировать в широком смысле, чего, что угодно можно запрограммировать, а можно дать конкретно одну модель. Вот есть такая модель, несложная, холодоустойчивости. Вот на улице плюс 5, вот в таком виде можно полчаса без гусиной кожи, без всяких, без синего цвета, комфортно себя чувствовать. При плюс 10 в такой же футболке можно себя чувствовать часа 3-4. А есть люди, которые мерзляки. Вот полезным этому научиться, ну, если захотят, полезно. Это тоже кусочек. Просто он мало востребован, поэтому он так... Не на слуху, а гіпноз на слуху, гіпноза много. Тобто ви за допомогою гіпнозу в основному працюєте, а взагалі кажуть, що гіпноз використовують також не усі фахівці, і це в деяких навіть випадках заборонено. Ми розцінюємо гіпноз. Спасибо Еріксону, який це все розробив. Він перевів таїнственний гіпноз, або природний магнетизм, в більш-менш соціальну середу. И упростил. Ну, то, чтобы упростил. То есть гипноз присутствует везде, как метод общения, как метод воздействия. То есть вообще функция языка базовая – это сугестия, то есть воздействие, в том числе гипноз – это просто форма воздействия, одна из. И если так внимательно посмотреть, то он присутствует везде повсеместно, просто не всегда в виде транса. Не всегда это выглядит как «закройте глаза», услышите такой мой голос. То есть можно без этого обойтись, будет такой же гипноз. Ничего себе. То есть какими-то своими усилиями вы это делаете? Незаметно. Так вы страшна людина выходите, пане Максим. Нет, зачем? Если вы можете так діяти, впливати на людей, вы можете використовувати їхні можливості. Да, так. В своих целях. В ваших цілях. З другої сторони, у мене ж цілі хороші. А у вас мета непогана. Тобто, ну, але ж якби ви хотіли, то можна було б і на погане використовувати, так? Як ви працюєте? Для цього ми спочатку людей лечимо, а потім учимо. Насправді, люди, якщо приходять, наприклад, із запитами, от ви кажете, є рецепти. Чи можете ви розповісти нашим глядачам і дати якийсь рецепт універсальний? Чи є таке? Який використовується у вашій методиці? Чим вкусніший результат, тим... Вот вкусный результат, есть простой рецепт, но дать это на широкую, в том числе необразованную публику, это просто будет опасно. Например, есть рецепт любви. Вот можно себя влюбить в кого угодно, там несколько упражнений, в принципе, за пару часов можно это сделать. Но будет настоящая искренняя любовь. Можно кого-то влюбить, это чуть посложнее, это пару недель надо, чтобы воспроизвести в другом человеке все те же когнитивные процессы. Представьте, что все этому научатся. В чем у нас будет проблема? Это перестанет быть ценностью. А, революція в голові. А ви обираєте тільки випадкових людей, яким це дуже-дуже треба? Ну, іноді за цим приходять. Може, так всі ж хочуть? Ну, всі ж хочуть цього, як ви думаєте? От, ну, майже всі. От, кого цього немає? Техніка безпеки. НЛП не підходить людям, які не готові до відповідальності. Тому що перше, що ми... От,
как психологическое направление. Мы спрашиваем, чего ты хочешь? И вот шаги делай. Если человек не готов к результату, не готов брать за это ответственность, он нам не, мы ему не подходим. І воно нам не підходить. Тобто це складно, так? Перший крок тяжело, на крок. Може бути. Так, перший крок, no. Наприклад, так, людині треба змінити себе чи своє ставлення до якоїсь проблеми, так? Може бути. Да, а вона не готова. Ну, наприклад, так, а вона не хоче цього робити. Вона хоче якось легше. Ми даємо вибір. Вибірі, будь либо вот так в твоїй житті, либо вот так. Чоловік, я не хочу вибирати. Я надіюсь, що мені повезе і буде і так одновременно. А так не буде. Угу. С той же любовью. Просто это такая модель простая, она проще, чем радио на самом деле. Просто радио у нас не вызывает никаких там ценностных обреакций. А любовь вызывает. Представьте, что каждый человек поймет, что любовь это всего лишь там набор когнитивных процессов в сопровождаемых эмоциях. И можно вот так и включать-выключать. Да семьи поразваливаются. Угу. Просто люди перестанут... Так сімейним людям це ж не треба. Ну, вже людина жебрала собі. Много сімей розвалиться, і ще дуже багато не построїться. Тобто, це буде просто опасно. І відповідальність... Ну, добре, про кохання не будемо. Давайте про, да. про здобуття, можливо, чогось, успіху. Успіху, то же саме. Вопрос угу. в відповідальності. НЛП не підходить тим і опасно для тих, хто не готов к відповідальності. Тому що, як тільки чоловік розуміє, що він хоче вот так от, ну, що важливе, цінне, а набор шагов простой, и он может его сделать, он его либо делает, а это иногда тяжело, либо он не делает, и сам дурак после этого. И вот сам дурак, это неприятно. То есть человек понимает, что он мог бы прожить счастливую, успешную, классную жизнь, в любой момент он может начать это делать. Пане Максиме, так що, ви зараз нічого нам не порадите? Ну як же так? Про що? Ну, про успіх, наприклад. Добре, кохання залишимо. Да. Нехай. Це для всіх не підходить. Нехай тоді успіх. Успіх для всіх підходить? Що, чим ми будемо мірити успіх? Здоров'ям, можна чим деньгами, так, може бути любов'ю. Взагалі сукупність усього. Успішна людина, вона може знайти в собі давайте потенціал. Про щастя. Давайте щастя? Про щастя. О, така давайте. Хороша. Так. Щастя, як модель. Что нам нужно для счастья? Нужно у человека откалибровать, выявить его три главных ценности. Это несложно, проверяется рефлекторно вопросами за полчаса. То есть у него есть три самых важных ценности. Каждой ценности поставить критерий и цель, и все три ценности должны быть удовлетворены. Все, он счастлив. Так, ну ценности. Треба ж обрати їх, так? Треба ж у кожного знайти ці цінності. Там есть... Що може бути? Ну, сім'я, можливо, так, для когось. Це буде щастя? Любовь, здоров'я, інтерес. Угу. Ценности привязаны к сильным эмоциям. Причем не столько к эмоциям «хочу», сколько к эмоциям «боюсь потерять». Угу. То есть мы в области страха можем поискать. Близкие люди могут быть ценностями, часто бывают. Деньги редко бывают. Деньги первыми называются, но они обычно попадают даже в первую десятку потом. Ну так, з грошима людина – це як інструмент, а їй да. треба щось для того, щоб цей інструмент працював. Комфорт, самооценка дуже часто – Даже самооценка, чем угодно ее можно строить. Здоровье, самооценка, интерес, близкие люди, что-то из этого. Угу. Так, мы это, например, з'ясували для себя, да. мы записываем, нам треба записать, что для нас, мы обрали Человек сам не ценность. Выяснит, потому что, когда у него ценность удовлетворена, он даже о ней не думает, он не задаст себе такого вопроса. Ну, чому? От у мене все в порядку зі здоров'ям. Я в этом, я навіть не думаю, що це цінність. А от денег не вистачає, і я думаю, що це цінність. Тобто чоловік міряє по остатку, чого не вистачає. А наша задача – залізти в глибину, що самая сильная ценность, поскольку она самая важная, с ней все хорошо обычно, по крайней мере, с первой. Если у человека в первой тройке ценностей, например, третья выпадает, он несчастный. Если у него две выпадают из трех, он глубоко несчастный, ему плохо, и он суетится, он дергается, он бегает там, по психологам, по врачам, по кому угодно. И если у него все три ценности нарушены, он умирает. Отож, якщо у нас так все може бути складно в людей, то треба оті три цінності найважливіші для нас, їх треба з'ясувати, де вони, так? Багато людей не знають, аж поки не втратять. Парадокс. Ценність там, де все хорошо. Угу. Послухайте, там все хорошо. То есть там, где у человека плохо, он без этого может жить, раз он до сих пор жив. Значит, это не очень ценность. А там, где у него точно все хорошо, причем многократно продублировано. Например, самооценка. Человек и здесь молодец, и здесь похвастался, и там поумничал, и там. То есть он везде подчеркивает для себя, как минимум, свою крутость, необычность, уникальность, все что угодно. Он без этого не может. Если он стал серым, обычным, то можно дальше уже и не жить, если это самооценка. А если он привык, что он
ніхто і звати нікак. Он може без самооцінки жити, це не цінність. Он її хоче, не вопрос. Но це не головна цінність. Не в першій тройці, по крайній мірі. Тобто ми іщемо цінності там, де у чоловіка вже все хорошо. Угу. Так, і ми їх тоді розвиваємо ще більше, для того, щоб щастя було ще з таким більш всеохоплюючим. Якщо перша тройка закрита, то чоловік в цілому щаслив, далі почнеться баловство. Хочу ще от це, а це під помидори, як обычно буває. Тобто це баловство. Тобто, в принципі, якщо людина знаходить в собі оті цінності і вона з ними може жити, вона самодостатня, так? А працювати треба з тим, чого вам не вистачає, чого ви хотіли би досягти більше. Ну там чоловік ставить цілі. От в чому опасність неправильних поставлених цілей? Он ставить цілі, щоб получить недостающее, і при цьому случайно може потеряти базу. Тоді буде проблема. Угу. І що, тоді наостанок, що треба робити, як треба знайти той баланс і гармонію? От ви вже сказали, що все просто, насправді, ми просто цього не знаємо. А якби ми це знали, і були у нас такі прості правила, які б ми для себе записували, чи просто знали, то ми би були щасливими, самодостатніми, здоровими людьми, і більше про це б не задумувалися. Да, но есть проблема. У нас воспитывают родители, не самые лучшие педагоги, плюс нас воспитывает школа с не самыми счастливыми людьми, плюс нас воспитывает куча государственных институтов, которые приводят, плюс соседи, плюс бабушки подъездов, все кому не лень, и каждый что-то от себя в ценностях дает. И в итоге у человека получается такая каша, что он в ней не может не разобраться. И у него проблемы, по сути, от конфликтов внутренних. Он говорит, хочу вот так, но так нельзя. Хочу вот так, а так нет. И вот ему самое сложное, где ответственность, ему надо выбрать из в своем внутреннем конфликте, он сюда или сюда, к умным или красивым. Это самое тяжелое. И мы ставим эти вопросы достаточно жестко перед человеком, многие не вытягивают. Для этих НЛП просто опасно. Пане Олександр, ну хочеться, Максим, хочеться ж дізнатися вже наостанок, що людині це дасть, і як їй використовувати такий інструмент. Хочеться, щоб такий цей рецепт був. Знаєте, хочеться якусь таблетку. Чоловік должен захотіти какую-то цель. Хочу выглядеть на 20 лет моложе своих лет. Хочу писать музыку, вдруг начать. Или писать картины. Хочу, чтобы мне всегда везло. Хочу много денег. Ну, все что угодно. Захотеть и прийти к этим, с этим запросом к специалисту, который посмотрит на него и скажет, там, в тебя это встроится, а в тебя не встроится. В конце концов, можно прийти и сказать, хочу ориентацию поменять. Ой, Максим, давайте не будемо. Я думаю, що можна залишитись щасливою людиною. Вміють. Просто, да. Я розумію, просто щасливою людиною, за тими усіма цінностями, про які ви вже сказали сьогодні, просто їх знайти, відшукати в собі. Якщо людина задоволена, щаслива, то їх просто примножити. Так, і все, і вам щастя гарантовано. А якщо немає, ну тут вже інше питання, то треба тоді шукати, де там у вас які, можливо, неполадки, що з чим не працює. Я вам дуже дякую, пане Олександре, що прийшли сьогодні до нашої студії. Справді, спасибо. Розібралися, що водночас і складно все, і просто, але без спеціаліста, мабуть, в такій сфері не розберешся. Я думаю, так. Це може бути просто небезпечно для вас, тому ми з цим не жартуємо, але сьогодні розібралися, хоча б дізналися, що ж таке НЛП. Дуже вам дякую і сподіваюся, що ви усі будете щасливими, дістанете ось те велике щастя, з яким ви вже живете і будете просто насолоджуватися тим, що воно у вас є. А ми зустрінемося за декілька хвилин.